Вот красота. Расположение, 3 этажа. Мы зашли, здесь парковочная группа будет. Подрядчик подробно рассказывает губернатору Подмосковья о ходе строительства детского сада на 330 малышей в Кубинке. Работы начались в январе. Завершить их планируется в конце октября. Финансирование идет за счет средств из регионального бюджета. Сейчас на объекте трудится 60 рабочих. Все необходимые материалы поставляются в срок. Из импорта лишь китайские насосы. Все остальное – качественные российские аналоги. Мы еще находимся только на стройке детского сада, но построим его быстро, за 10 месяцев. Жены офицеров, сами офицеры 45-й легендарной бригады и других подразделений очень просили современный детский сад. Вот мы здесь для того, чтобы убедиться в хорошем темпе строительства и сдаче его в октябре месяце. Я думаю, что это будет хороший подарок малышам. Открытие детского сада позволит полностью решить проблему с очередностью в дошкольные учреждения в Кубинке. Это знаковый для города объект. Долгое время военные городки не модернизировались. Сейчас мы приняли большую программу, сейчас это 5 лет назад. И каждому военному городку уделяем внимание. И благоустройству общественных пространств, и социальным объектам. Стараемся обеспечить заметные перемены. В ходе рабочего визита Андрей Воробьев встретился с женами военнослужащих 45-й бригады спецназа ВДВ, участвующих в спецоперации на Украине. Женщины рассказали о жизни в тылу, поддержке мужей и отцов, а также попросили губернатора посодействовать в приведении в порядок территории озера, расположенного напротив строящегося детского сада. Глава округа Андрей Иванов заверил, что благоустройство начнется уже в мае и завершится к открытию дошкольного учреждения. Так получилось, что Вадим Иванович и офицеры умеют дружить. Вот. Мы всегда в контакте находимся. Мне кажется, это очень важно, потому что все те проблемы бытовые, которые окружают, это наша задача. Будем решать. С прудами, садами, улицами. Будем стараться. Спасибо большое. Наталья Гончарова, телекомпания «Одинцова».